Здравствуйте, друзья! Пусть вас не вводит в заблуждение яркое солнце. У нас мороз. Вот я даже в перчатках. И полдороги я прошла до магазина, у меня уже пальцы в перчатках задубли. Вчера-позавчера ночью было минус 10, минус 8 градусов мороза. Сегодня по телефону я ориентируюсь. Сегодня минус 4, но я встретила много мест, где лед очень толстый, и он еще не растаял. Сегодня вроде бы 0. Ну, покажу. Вот, пожалуйста. Это лед. И вот это лед, и вот то лед. Ну вот, ребята, немножко льда. Так, в принципе, сухо. Вон туда все сухо и красиво. Вот, друзья, еще одно морозное место. Смотрите, народ даже упражнялся в кидании камней, проверял лед на прочность. Стоит. Здоровые камни ему не мешают. Друзья, все время прохожу мимо этой сосны. Смотрите, какая она роскошная. Это дерево ничто не мешает. Вот, друзья, я в магазине была, ну, туда и обратно, примерно час. Шла, тут все еще было белое. Думаю, сниму на обратном пути. А тут уже все тает. Ну, и хорошо. Вот, у входа в пансионат у нас такой фонтанчик есть. Смотрите, а тут лед. Прямо весна, капель, март. Вот видите, посередине постамент какой-то. А вот с этого боку тоже лед. И тоже холодно, зима. А здесь уже лето. Друзья, зашла на территорию, думаю, что я так далеко ходила, лед снимала. Вот, пожалуйста, вам каток. У нас бассейн замерз. Ну и в номере тоже холодно. Кондиционер не справляется. Я хожу мало что в трех свитерах, так еще и сверху пуховик, старое дело. А ночью им же укрываюсь. Ну ничего, мороз скоро пройдет. Опять будет тепло. Потерпим. На этом, друзья, наша морозная прогулка по Анапе завершается. Встретимся в следующем месяце.